Статья о 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации «Отмена и изменение завещания». Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чьё-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующие завещания, не содержащие прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания, соответственно, применяются правила пункта 3 настоящей статьи, то есть статьи 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, этому посвящена статья 1129, может быть отменено или изменено только такое же завещание. Завещательным распоряжением в банке, статья 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.